Меня зовут Аня. Я зарегистрирована на сайте anastasia.com. Сегодня расскажу о том, как я провожу свое свободное время в холодное время года. Приезжай ко мне, чтобы знать меня лучше. Здравствуйте. Меня зовут Катя. Я живу в городе Мариуполе. Холодными зимними вечерами я очень люблю готовить. Пицца – мое любимое блюдо. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я живу в городе Мариуполе. В последнее время я люблю ходить в зоопарк. Это мое самое любимое развлечение. Здравствуйте, меня зовут Алина, я из города Харьков. В холодное время года я очень люблю посещать музеи и выставки. Одна из самых любимых моих выставок. Приезжай ко мне, мы сходим на нее вместе.